Так уж вышло, что Брест стал родиной для известных белорусских брендов. Десятки местных швейных фабрик продают одежду не только в нашей стране, но и за ее пределами. К слову, конструктор одежды Татьяна Кондратюк заняла почетное второе место на международном конкурсе дизайнеров в Польше. На создание коллекции «Спектус» ее вдохновило общение с интересными людьми. Общаясь с людьми, первое, на то, что мы обращаем внимание, это его взгляд, это глаза, которые могут транслировать самые истинные какие-то подлинные эмоции, которые очень могут быть глубоко скрыты. Вот, поэтому меня эта очень идея вдохновила. Я решила, что моя коллекция будет связана с глазами. Вот, поэтому я создала коллекцию, которая называется «Спектус». Вот, источником вдохновения служит человеческий глаз. Она выполнена в очень интересном стиле. Это стиль эклектика, очень такой достаточно свободный стиль, где творческий человек может иметь свободу. В такой современной гамме, это бежево-черная гамма. В оригинальных моделях прослеживаются взгляды. Восхищенные, заигрывающие, хитрые. А платья удивляют своей изысканностью и простотой одновременно. Утонченность в нарядах ценили и наши предки. А у нас в Бресте в конце 16 века одевались вот так. На мне платье из ткани с печатным рисунком, жемчуг, который привезли с Востока, плащ, подбитый дорогим мехом. И мы не выходили из дома, не покрыв волосы без чепца. Не то, что у вас в ваше время. Зато у нас огромный выбор тканей, фасонов, расцветок. И мы, брещанки, всегда можем одеваться со вкусом. Действительно, сегодня улицы Бреста похожи на подиум. При этом многие горожане делают выбор в пользу стиля casual. Модная одежда с акцентом на удобство и практичность отлично вписывается в быстрый ритм города. Мне нравятся яркие цвета, мне нравится вообще яркая одежда. Я люблю клетки, цепочки, яркую одежду. Мне нравится синий, красный цвет. Белый колер, долгие спадницы. Ці сукенки, я люблю сукенки, національний строй люблю вельми. І часто буваю, скажімо так, на імпрезах, на виставах, на презентаціях, і обов'язково стараюся бути в національних строях. Я можу одягатися як і класичний, так і уличний стиль. Мода підвласна времени, і одежда, як правило, соответствует событиям. Ой, девочки, не спорьте. У нас 1914 год. Идет война. Мы отказались от корсетов. Мы одели простые платья. Многие одели униформу. В магазинах ничего нет. Все привозим из Польши. Пиджаки с широкими плечами, свитера, лосины, красивые украшения и очки. Сегодня вовсе не обязательно ездить на шопинг в Польшу. К тому же Брест – приграничный город. И это позволяет ему быстро перенимать тенденции моды из Европы. Так что Брест – это белорусский Париж. Место гламура и красоты.